Так, всем привет! Сегодня 13 марта 2016 года. Сегодня буду делать обзор вот на такие вот сосисечки. Вот. Такие вот сосиски. Написано большая-сосиска.ру Останкино. Вот, видите? Буду делать обзор на такие сосиски. Так, ну что, возьмем сосиску. Так, вот так она выглядит. Вот такая вот сосисечка. Останкино. Большая сосиска.ру называется. Вот такая. Так, сейчас снимем с нее эту оболочку снимем. Сейчас с нее. Так, ох, снимается. Сейчас ножиком поддену. Вот. Вот так она вот легко снимается. Вот видите, вот так. Так, раз. И все. Вот так. И тут даже на сосиске самой вот отпечатывается. Видите, вот написано сосиска.ру. Так, ну что, начнем пробовать. Тут у меня еще картошечка в тарелочке. И картошка у меня тут еще пюре. Еще у меня капуста, тут чуть-чуть капусты. Но капуста такая, салат с капустой, с морковкой, там, со специями, со всякими. Ну, нормальная она по вкусу, такая вкусная, мясная, чувствуется, что она мясная, не фигня какая-то, не соевая, а вкусная, классная сосиска. Вот я ем с картошкой пюре ее, и вообще очень вкусно, сочетается вообще классно. Чувствуется, что мне много мяса. Еще единственное, что мне не хватает. Сейчас бы была бы горчица еще. С горчицей было бы вообще пофигенно. Ну, надо и с чаем, наверное, будет классно, если бутербродик из нее сделать. Ну, вот с картошкой пюре она вообще офигенно сочетается. Ну, я говорю, по вкусу она такая, не такая, как, знаете, дешевые сосиски, а именно нормальные, вкусные. Но эти сосиски не дешевые, они стоят именно прилично по деньгам. Но прилично я имею в виду для сосисок. Вот. Очень вкусная, не соленая, солью в меру, не пересоленная, ничего. По консистенции такая плотная именно. Я говорю, с горчичкой будет вообще отлично, идеально. Вот видите, как она внутри выглядит. Вот такая вот. Ну, я говорю, ну она такая мясная, прям чувствуется в ней, что именно много мяса. Не фигня какая-то, а вот именно такая очень вкусная. Я говорю, консистенция такая плотная, вот именно мясная, чувствуется, что мясо.
не соленая, ничего, не перченая, именно самый такой оптимальный вкус, оптимальный вариант, очень вкусный. Хот-дог, наверное, из него можно тоже сделать, вкусный получится. С кофейком тоже, наверное, неплохо будет. Чашечку кофе и бутербродик с такой сосиской. А сверху еще можно кусочек сырка. Можно сделать горячие бутерброды. Подогреть это все в микроволновке, чтобы сыр расплавился сверху на сосиске. И получится вкусный горячий бутерброд. С чашкой кофе вообще идеально. В общем, друзья, за вот эту сосиску, так, как она называется у нас, большая сосиска .ру, зовут Останкино, я ставлю 5 баллов. Вообще, очень вкусная сосиска. Классно, я говорю, сочетается с картошечкой пюре, вернее, с кофейком она будет в самый раз, очень вкусно. В общем, итог. За такие вот сосиски я ставлю 5 баллов. Ладно, друзья, всем приятного аппетита, всем счастливо и пока. До новых встреч. Увидимся.